Дим, расскажи, как тебе матч сегодняшний, как соперник? Ну, так получилось, что смотрел со скамейки запасных. Ну, большую часть времени матча. По игре было видно, что сложная была игра. Соперник довольно-таки сложный, которые сидят в нижнем блоке, обороняются и при этом выбегают в контратаки. Выиграли 2-0, забили свои мячи. Тебе пришлось экстренно выйти на поле после повреждения Сулейманова? Вообще успел размяться, был готов к этому? Нет, не был готов. Сказали встать, пойти размяться. Я встал, пока шел, уже позвали обратно. Я быстро переоделся, не успел надеть даже датчики и вышел на поле. Такой эпизод случился интересный. Баринов упал, пенальти, но он сам отказался от пенальти. Такое вообще хоть раз видел? Обсуждали это? Нет, не обсуждали, но я видел это в интернете, да. То есть Бара посчитал то, что не было пенальти судья, то есть назначил неправильно и решил поступить правильно, наверное, по-футбольному и отказался бить его на честный пенальти. Третий сбор уже, середина, скоро конец. Как тебе вообще сборы, как проходит, адаптировался? Да, уже адаптировался, но уже хочется в Москву. Ну, то есть уже жара, я не привык столько находиться в такой погоде. Поэтому сейчас заканчиваем третий сбор и прилетаем в Москву.